праздником, дорогие братья и сестры! С праздником входа Господня в Иерусалим! Пожалуй, это один из самых трагических праздников годового круга. Спаситель на молодом осле въезжает в Иерусалим, где его встречает ликующая толпа. Бросают ему под ноги одежды, пальмовые ветви и кричат ему: «Осанна, сыну Давидову! Благословен гряды во имя Господь!» Такими возгласами встречают царей: «Осанна, сыну Давидову!» Называя его сыном Давидовым, тем самым они свидетельствуют, что он из царского рода. Крича ему «Осанна!», они просят о спасении и помиловании. Крича ему «Благословен гряды во имя Господне!», они тем самым подтверждают, что он ожидаемый спаситель Израиля. Они ждали от входящего в Иерусалим спасителя деяний земного царя. Они ждали от него возмездия. Они ждали от него избавления от длительного римского владычества. Они ждали от него наказания для римлян. Но иной царь входит в Иерусалим. Тот, который несет любовь, тот, который призывает к любви даже до смерти. И это призвание, это мысль, сама мысль даже совершенно недопустима для встречающей толпы, и она для нее дикая, непонятная и совершенно несуразная. И буквально через несколько дней эта же толпа, которая понимает, что она не дождалась того, чего хотела, те же люди, которые увидели, что им принесли совсем не то, чего они хотели, уже кричат: «Распни, распни его!» и требуют смерти. Смерти для того, кого они буквально несколько дней назад встречали торжествующими и радостными криками. И сегодня, в праздничный день, каждому из нас, наверное, стоит, держа в руках веточку вербы, заглянуть в свое сердце. Заглянуть в свое сердце и честно себе ответить: а чего мы ждем от Бога? Чего мы просим у Бога в своих молитвах? Может быть, мы просим удовлетворения своих амбиций? Может быть, мы просим возмездия кому-то? Может быть, мы просим наказания кому-то? Может быть, иного какого-то зла? Но если мы просим подобного, то следует помнить, что Господь есть любовь, что Господь призывает нас к любви, ждет от нас любви и дарует нам любовь. И все вот эти наши земные дрязги совершенно чужды ему. И в этот радостный сегодняшний праздник следует воскликнуть с любовью в сердце: «Благословен гряды во имя Господне». Аминь.